Здравствуйте, друзья! И снова рынок, и снова Краснодар. Сегодня среда, 10 июля 2024 года. 6 часов 30 минут утра. Ну, покупателей еще нет. Что хочу сказать? Ну, не такой уж прям насыщенный рынок. Ну, покажу все, что есть. Начну со своего товара. Гортензии у меня... Ну, нет, на продажу, но подсобирала кое-что. Вот дети первый раз дали свою мультифлору, хризантему. Ну, вот она у них сейчас вот в таком виде. Ну, они знают, что цена их вот хорошая, если кусты, то 400 рублей. Но сейчас еще вот только-только бутоны набирают, поэтому даже не знаю, по какой цене они должны быть, потому что я пробежалась, и, в принципе, ни у кого нет мультифлоры пока еще. Ну, вот тут остатки бегонии собрала, потом папоротники. Ну, папоротники посылки не высылаю, потому что все в единичном экземпляре осталось. Ну, надо, конечно, сокращать мне количество папоротников, поэтому привезла сюда. Значит, папоротники по 1000 рублей. Ну, это из дорогих, это коллекционные сорта, вот триколор, допустим, да, вот такой вот. Это все из дорогих. Вот такой вот, ну, это не из дорогих, но, хочу сказать, кусты-то большие, огромные, ну, хочу за 800 рублей. А что тут получится, не знаю. А вот такое вот, ну, 500 рублей можно. Это я так хочу. А как уж рынок будет диктовать, посмотрим. Я не уверена, что мы сегодня вообще хоть что-то продадим. Вот. И дети передали гортензии, саженцы. Я не посмотрела, какие сорта, даже поздно вечером привезли. Марина Блю. Ну, наверное, все почти что Марины. Сейчас посмотрим. Ну да, вот Марина Блю, целый лоточек. Нет, Френч Канкан вот есть. Но у них хорошие, у них саженцы всегда хорошие. Горшки у них, они всегда высаживают в большую посудину. И они развиваются прям очень хорошо и не нагревается горшок. Вот, это мой товар. У соседей суккуленты. Много всего. Все красиво, все такое загадочное, загадочное. Скажите, а вот эти маленькие почем у вас? От 150 и выше. 150 и свыше. Но они считаются не от маленьких, большой, а от сорта. Я поняла, я так... Неправильно сказал, что маленькие суккуленты, все маленькие. Это не только суккуленты, кактусы и суккуленты. Папоротник. А, нет, кактусы. Кактусы, кстати, очень красивые. Смотрите, какие прям пушистики прям есть. О, да, вот тоже кактус. Ну, не знаю, хотела бы я себе такое или нет дома иметь. Вот, цветущие кактусы, видите, вот маленькие, да, они уже все цветут. Кстати, а где образец? А, цветут они красиво, красиво, прям вот нарядно. Знаете, вот все это не показать, потому что вот внизу еще вон ящики, сколько красоты. Вот здесь вот побольше размером. А помните, я вам показывала стыдливая мимоза. Вот ее затронешь, она раз, листики вот так вот. Да, а теперь уже цветет. Что-то она не стыдится меня. А вот раз, и листик свернулся. Да, вот она вот так вот цветет. Красавица. А, вот, ее ударить надо. Ударить, тогда она сразу раз. Да, да, ну-ка я еще раз попробую. Вот она раз и свернулась. О, красавица. Ну, цветет, ну, не крупными, конечно, цветами, но нарядные, нарядные шарики. Так. Локсиния. Локсиния. Почем она? 300 рублей сегодня.
Ну вот, всех остатки. Кто еще доторговывает? Много-много комнатных, пожалуйста. Аденио. Уже с такими бутонами, смотрите, какая красивая, большой. Горшочек-то маленький ей нужен. А вот само растение может вон как вот вырастать. Крупное, большое, красивое. Для комнатных растений, для тех, у кого нет участка и увлекается комнатными растениями, тут прям, я не знаю, клондайк, можно найти все, что хотите. Так, и бегония элатиор, пожалуйста, и катарантус. Вегетативный или ампельный. А почему катарантус сегодня? 300 рублей. 300 рублей. Ну вот цены, хочу сказать, что даже ниже, чем в разгар сезона. Так, здесь, что я хотела показать. Я хотела вам показать метельчатые гортензии. Метельчатые, прям вот сейчас ближе подойду и конкретно вам покажу. Фрайсмельба, посмотрите, какой огромный. Видите, по сравнению с рукой, да, вот какой размер соцветия, прямо вот чудесный. А еще вот кажется, он такой рыхленький, да, на самом деле, когда вот эти цветы наберут силу, да, распустятся, все соцветие становится плотное, набитое. Так что не так, как вот у Summer Love, да, набитое, а вот прям, ну, все равно такое плотное. Это вот это... Ангел Блаш, Руби. Руби, Ангел Блаш. Да, розовеет уже. Серединка, да, вот серединка должна быть розовенькая, а цветочки тоже розовые. Они, розовые. Да, со временем розовеют, будет красивая, ага, большая метелочка у нее, очень, ага, высокий сорт и яркий будет. А вот какую цену ваши вот эти большие сейчас? Вот такие вот, 1000-1200. 1000-1200 рублей. Вот такая вот цена. Вот красавица. Сильвер доллар. Сильвер доллар. Да, еще вот распускается. Такой большой 2000. Ага. Просада есть 400. Похоже на селекшн тоже. Нет, длина. У селекшена более кругленькая, у доллара макушечка. Поплотнее, будет, да, у селекшена? У селекшена более кругленькая будет. Селекшены следующей партии уже пойдут. А у доллара будет хорошая макушечка. Сильвер доллар. Это тоже сильвер доллар? Да, давайте вот этот цветок. А, это ж не сильвер, а это фантом. Фантом. В этом году не вырос, очень рано началась жара, а так он высокий, красивый и розовеющий будет. Так, что нам еще такого? А, вот это пониже, да? Это Strawberry Blossom? Нет, это Little Blossom. Little Blossom. Strawberry более плотное соцветие, а у этого кружевное. Вот. Ну да, красивое. Мало, фертильных мало, все в основном стерильные цветы, да? Там фертильных мало. Ну вот так, да, действительно, как кружево. Очень нарядные. Это вот Pinky Promise. Pinky Promise, только расцветает. Посмотрите, какое набитое вот соцветие. Если вот смотреть рядом, да, вот это Pinky Promise, да, вот это Pinky Promise. Да, а это Little Blossom. Little Blossom. Вот у Little Blossom, видите, какие вот рыхленькие соцветия, а это вот прям вот четко-четко набитое. Прям там даже палец не особо не всунешь. Прям настолько плотное. Вот такие красавицы. Вот хочу сказать, что у нас очень жарко. У нас на солнце 52-53 градуса сейчас. Вот очень жарко. И вот они вот чуть-чуть и отцветут. А цвет они-то меняют в основном тогда, когда наступает холодно. Но у нас до холодов еще далеко. И поэтому у нас вот цветы в Краснодарском крае, метельчатые, они в основном или салатные, или белые. Но хочу сказать, вот судя вот по тому, что я вам показала, да, они красивые, они отличаются друг от друга. И салатные, разного срока цветения, разной плотности набитости, разные цветы, понимаете? То есть не хочу сказать, что они все одинаковые, все на одно лицо. Нет, они все разные, они все красивые. У меня тоже расцветают, но расцветают. Я все время хожу и смотрю, у меня Summer Love. Там даже не всунешь палец, настолько плотные. Вот прям стоят шарики красивые. Не шарики, конечно, метелочки, но вот такие. Вот надо сказать, присмотритесь. Несмотря на то, что вот у нас жарко, присмотритесь к ним.
Вот гортензии крупнолистные у нас уже все отцвели. А вот метельчатые, они только-только расцветают, только набирают силу. Но хочется же, чтобы сад постоянно цвел, постоянно, чтобы одни отцветают, другие расцветают, да, и вот вам замена метельчатые гортензии. Вот такая вот красота. Тут, смотрите, малиновые, есть да. розовые. Ага. И вот еще вам альтернатива, да, нашим гортензиям или каким-то кустарникам – лайгистремия. Она растет и цветет на самом-самом палящем солнце до октября месяца. Она все лето цветет. Вот такая вот красавица. Недешево, недешево. Вот этот горшочек 3000 стоит. Но мне кажется, что можно, можно такое приобрести и радоваться, радоваться. Тем более вот это вот розовые махровые, да, вот цветочки. А есть вот еще вот такие вот бордовые, вот. А белых не бывает в лайгистремии? Белая бывает? Белая, синяя, ну, фиолетовая, нежно-розовая, темно-розовая. Ага. Цветов очень много. Расцветок очень много у лайгистремии. И поэтому... высота от низких до высоких. И лист есть зеленый, есть темно-красный. Ой, можно вот вообще, вот да? прям у меня... у меня такая страсть цвета, мне палящее, прям хочется. Солнце, да. И нашу жару прекрасно. Вот, 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 в жару прекрасно растет, цветет, и, в общем, нас оно радует. Приезжайте. Саженцев маленьких я не замечала, а есть вот чуть, а вот это поменьше, да? Да. А вот эти сколько? Полторы тысячи. Полторы тысячи трехлитровый горшок. Ну, это новиночка, новиночка. Так, и вот для того, чтобы подсадить у вас на грядочках или на ваших горках цветочки, вот рудбекия, вот посмотрите, яркая, она двух расцветок. Вот она на самом палящем солнце. Ну, у нас вот этот бич, солнце, это вот летом прям невыносимо. Ромашки, вот еще рудбекия вот такая вот. А, значит, вот здесь, как вот это вот... Форзиция. Форзиция. Посмотрите, какой лист. Это кустарник, правильно? Да, да, да. Это все кустарник. В марте самый первый. Желтыми цветами. В марте желтыми цветами цветет. Самый-самый первый. Можно подобрать тут кустарников море. И вот однолетники. Это лантана тоже однолетний. Да, да, да. Ну, я вот думаю, можно сказать. Лантана, да, пентас. Вот смотрите, какие нарядные цветы. Ну, это колеусы. А вот, показывает. Смотрите, какие красивые кустики. Прям чудесные, чудесные. А почем этот пентас? 250. 250 рублей. На самом солнце, правильно? Да, и дома да. Хорошо сохраняется, как комнатная можно выращивать. Да, еще да. Как комнатная сохраняется. Вот так вот, 250 рублей. Так, ну гортензии. Гортензии я много показывала, практически каждый обзор. Сегодня снова не обойду их, не обойду. Тоже есть и тоже много. Ну, уже не такие сочные, да, но все равно, смотрите, вот тугезы какой яркий, яркий, красивый. Что у нас еще тут есть? Это я так поняла, что это джипы. Либо джип, либо даже не знаю что. Так, вот это. Ну, в общем, я не буду путаться, ковыряться, потому что сегодня много, и гортензий много. Сейчас еще пройдусь, два места. Так, вот это тоже гортензии. Это, я так полагаю, из Рембрандтов. Вибрант Верде. Ну, прям, знаете, его ни с чем не спутаешь, поэтому сразу в глаза бросается, я и поэтому говорю. А вот такое вот голубенькое, синенькое, да... розовенькое, ну, такое вот, что можно спутать, не рискую говорить. Это старгейзер. Ну, уже отцветает. Отцветает, и уже не такие яркие расцветочки, но кусты хорошие, зелененькие, на размножение прям вот само-само то. Глоксиний прям вот, ну, уже прошла, думаю, нет, вернусь. Вернулась, вот эту красоту покажу. Махровые. То, что я вам показывала, не махровые глоксиния, а это махровые. Ну, одно но, что на зиму их обрезаю, да, но клубеньковые, да, этот клубенечек надо сохранить. Вот это вот меня напрягает. А так бы я прям уж дома развела бы. Бегонии.
Это уличные бегонии тоже. Все равно красивые. Красивые. Многие вот обращают внимание именно на маленькие, на низенькие. Потому что посадил их, они быстро разрастаются, они на солнце цветут. По сравнению с другими бегониями, которым нужна тень, эти прям на солнце и растут, и цветут, и до самых-самых-самых морозов. Ну, это дешево, я не знаю, рублей 30, наверное. Здесь у Ани с Димой. Они гладиолусами занялись. Вот они круглый год. То у них ягоды, то у них папоротники, то чего только нет, чего только нет. И вот сейчас, поскольку на улице уже жарко и не очень-то эти многолетники растут, вот у них, пожалуйста, гладиолусы. Дима, а почем гладиолусы? Какой цена на гладиолусы? Пачка. Сто пятьдесят пачка? 151 штука, букет, или? Букет. А вот так, букет. А букете 5 штук, да? 5 штук. Ага. Вот такие вот. А чисто розовые нету, да? Нет. А есть раскрытый такой розовый? Покажу издалека прям. Так прям красивые. Я еще потом немножко сниму на срезки. Еще на срезку пока не запускают покупателей. Так, ну вот, нашла мультифлору, хризантема мультифлора. Здесь вот тоже такая же, как у моих детей. 150 рублей. Просто мы не знали цены, сколько. Ну, нас ориентировочно там нам сказали, что примерно она должна быть 400. Но 400 в цветущем состоянии, большие-большие кусты. А сейчас они маленькие, до цветения их еще надо доводить и доводить. Поэтому вот здесь она 150 рублей. Так, ну и здесь я пришла на другой ряд. Вот здесь, вот этот ряд, здесь круглый год торгуют. Поэтому, если у нас там, когда пусто, когда густо на том ряду, то здесь всегда и места арендованные, и здесь можно приобрести оптовикам, загрузиться. Поэтому здесь вот можете присмотреться. Петуний. Так, что-то мне темно слишком. Ага, вот. Петунии есть. Еще покажу дальше. Там много. Фикусы. Вот, пожалуйста. Сколько фикусов? Почем фикусы? 200, 250, 300. Ага. Вот смотрите, самые дешевые 200 фикусы. Вот эти вот 250, здесь вот 300 и 500, в зависимости от размера куста. Вот, пожалуйста, фикусы здесь продаются круглый год. Пеларгонии. Да, вот здесь вот хотела показать вам. Прям уж не знаю, даже глаза разбегаются. Гибискусы начали цвести. Вот посмотрите, какие красивые. Это травянистый гибискус. Есть гибискусы многолетники, которые огромными кустами растут. Прямо они как деревья. Вот. А это гибискус травянистый. Он на зиму отмирает. И в северной зоне, я не знаю, как они, его надо укрывать. Если в центральная часть России, северная, его просто он отмирает, но корневую систему надо укрывать для того, чтобы он не погиб. Но очень-очень красивый. Мне так кажется, что ухаживать за ним стоит из-за того, что вот такая вот красота. Я вот сейчас вам покажу размер цветка. Смотрите, какой размер. Огромные, огромные красавцы. И расцветок много. Бордовые, розовые, двухцветные. Вообще чудесные, чудесные. 250 рублей. Вот смотрите, платикодон. Почему-то я всегда считала, что он комнатный. И вот с продавцом сейчас поговорила, он говорит, да это уличный. Уличный, он на зиму отмирает, а весной выходит. Это многолетник.
полутень и тень. Вот так вот. 100 рублей, да, вы говорите? 100 рублей всего лишь рассада. Сейчас я вам покажу. Вот 12-й горшочек. Вот он. Красавец. Вот. И диплодения. Вот диплодения — это точно комнатная, вьющаяся. Цветет постоянно. И вот, я не знаю, я считала там, по-моему, их в природе, ну, как я видела, здесь продавали до 5 расцветок. Ну, красивые, красивые. Так. Тоже диплодения. Да, перчики теперь, вот они, я вам говорила, что вот во второй половине лета тут будет перцев до самой-самой поздней осени, до самых морозов. Вот они, эти перчики. Я не знаю, может, их еще и на зиму закручивают в банках. Ну, просто, во-первых, декоративный вид красивый. Они горькие, острые, да? На закрутке, мне кажется, почему бы нет? Значит, на улицу высаживать можно. Прекрасно на улице растут, а еще на зиму можно домой. Дома будут постоянно свежие перчики. Чего уж их закручивать, когда они на окне там растут, красивые, сочные, разных расцветок, разной формы. Так, здесь, вот здесь... Все благоухает. Такая красота. Значит, бегонии. Бегонии — это те, которыми я всегда восхищаюсь. И всегда забываю, как они называются. Которые огромные-огромные кусты, высокие, прям вот красавцы. Вот они. Чудесные кусты. Видите, листья огромные, красивые. Эффектные. Ну, вообще, бегонии все красивые. Я вот бегонию настолько люблю. Но я не умею ее выращивать. Вот бегония элатиор. Посмотрите, какая яркая, красочная, нарядная. Прям вот чудесная. Ну, во-первых, у меня и тени-то нет. И так от эту гортензию вечно сетками закрываем. У меня уже весь участок в сетках. Так, петунии. Посмотрите, какие. Ой, вообще чудесные. Вот прям райский сад. Красота. Здесь нет продавца, я не могу спросить цену. Поэтому показываю, ну, по крайней мере, хоть покажу. Хоть покажу. Вот, смотрите, еще раз петуньи. Вот весной петуньи, да, восхищаешься. Ну, только вот свежесть, да, только расцветки после зимы, после холодной, и все. В общем, вот так вот восхищаешься ими. А сейчас у нас вот тоже участки уже такие, ну, погоревшие, травы уже нет практически, все высохло, да. И вдруг вот такое приходишь, и такая красота, яркие краски. Вот хочется постоять и постоять, ну, хоть что-нибудь, глаз задерживается именно вот на такой красоте. Здесь у Тани. У Тани тоже петунья. Ампельная петунья, потом, значит, что у нее, бегонии вот есть декоративно-лиственные, вот они. Вот. И у нее всегда папоротники красивые. У нее огромными-огромными кустами они, вот такие. Ну, с моими не сравнить то, что я вам показала, конечно, там мое там... уродство. А вот тут вот вообще чудесные. Во-первых, горшки там, наверное, литров 6-7, вот такой огромный, и огромные кусты. Вот это надо еще уметь в жару вырастить. У меня не горят, солнце кругом, жарко, в теплице до 60 градусов. Ну, не знаю, может быть, кондиционеры в теплицах сейчас же, знаете, все делают. Потом прилетает.
Да, там у меня нечего смотреть. Я приехала радио-видео, потому что мои уже подписчики уже говорят, где? Где да, видео? Мама, куда мама, делась? Да. Да, что ж тут творится-то? Так, ну и у Лены бегония Элатиор. Всегда, я подхожу, всегда у нее место красочное, на яркое, нарядное, да. И, как правило, ну, оптовики приезжают для того, чтобы именно у Лены купить, потому что Лена всегда на своем месте. Она на месте, она круглый год торгует. И вот эта вот бегония у нее практически круглый год. Ну, папоротники, смотрю, тоже появились у нее. А почем, скажите? Вот 350. Чего, 150? 350. А то ж я напугалась. 350 рублей – это оптовая цена. Так, ну вот травки вот эти, декоративно-лиственные, ароматные, да, они будут до самой-самой поздней осени. Просто сейчас, вот среда, сегодня мало продавцов приехало, в воскресенье, если вот кто-то будет интересоваться, приезжайте в воскресенье. В воскресенье здесь много-много товару. Ну вот лаванды разные, мало того, что... Смотрите, сколько. И осока. И вот это будет много. Это точно. Просто сегодня один только продавец. Ну, потому что среда. Друзья, все. Я еще в 10 часов утра пойду на срезку. Ну, может быть, сейчас чуть пораньше дойду. Посмотрю, что там творится. Да, что-то я вам в этой стороне ничего не показала. Смотрите, голубика уже с плодами. Прям вот большие-большие кусты. Вот они висят. Красавцы. У меня тоже она, ну в этом году она у меня мелкая, потому что, ну, неухоженная. Я не знаю, как-то надо вот, наверное, что-то предпринимать, чтобы были вот такие вот грозди огромные, крупные, красивые. Смотрите, чудо какое. А может быть, от сорта зависит. Вот здесь вот чуть помельче. Вот у нас вот такой вот мелкий. А, это горшок. Здесь горшок маленький. А в этих вот большие. Большие емкости. Ну, продавец прям не обращает на меня внимания. Ну, ладно. А вот еще вот эта логистремия, то, что я вам показывала, розовую и красную, да? А здесь вот еще она сиреневая. Вот, красавица. А почем у вас логистремия? А? 2000 стоит кустики. Вот. А, есть высокие, есть низкие сорта. Ну, вот по 2000. Ну и вот этот товар я вам показывала. Адениум. Адениум, смотрите. Ну помните, я вам говорила, что это приколированные, да, к таким обычным, да, как к обычным сортам, приколированные махровые. Вот они, красавцы. И вот зацвели. Конечно, конечно, прям вот экзотический сад. Прям напоминает пальмы, но цветы огромные, огромные, красавцы. А, ну, я знаю, что недешево. Вот какой до такой. А, вот, от 1000 рублей. 1000-1200, ну и свыше вот цены. Здесь лилии. Лилии, ну, здесь по сортам. Вот один сорт там расцвел. Видите, какие? Не так, чтобы вот одна, две там, да, целая ветка уже букет.
Это комнатные. Здесь эту девочку я вам постоянно показываю. Нравится мне ее товар. Очень нравится. Да? Вот эти бегонии, декоративно-лиственная бегония. Это из редких сортов. Я помню, мне муж подарил на 8 марта 5000 горшок стоит. Вот он там, сейчас я вам крупным сделаю планом. Правда, у меня такой вот в запущенном состоянии, потому что вот на все рук не хватает, жарко, все это у меня теплица на улицах. И, в общем, вот такой вот, ну, очень красивый. Вот это бегония декоративно-лиственная, я не знаю, как она называется. Она так и шла, по-моему, без названия. Теперь здесь, давайте я покрупнее сделаю, просто посмотрите, что здесь можете приобрести. Вот этот товар, он продается практически круглый год. Ну, комнатная, естественно, что в комнате можно его круглый год содержать. Пеперомии все различные. Бегонии. В общем, вот такая вот красота. Все это у нее недорого. Вот я не знаю, на иной раз даже прям вот спросишь цену, да, и думаешь, ну, девочка, да чё ж ты, вот столько трудов, надо все это вырастить, да, и вот где-то, наверное, 200-250 рублей. Все это очень дешево. Ну, у каждого свой товар. Так, вот как это называются, чернобровцы. А вот у нас вот это раньше вот в Казахстане панычи. Панычи их называли. А на самом деле, скажите, как научное название? Цинея, вот. Циния, не цинея, а циния, правильно. Ну вот как-то она мне, знаете, вот когда на общий пощупаешь, да, она такая тверденькая, да. Долго не отцветает, долго цветет. Красивая, да, я знаю, у меня родители всегда сеяли перед домом, вот такое. Но хочу сказать, как-то вот такой нежности я к ним не испытывала, потому что, ну, наверное, может, не столько много расцветок было, как сейчас. А вот сейчас расцветок море, море, да, все такие красивые, да, нарядные. Еще есть высокие, есть низкие, то были высокие, а сейчас вон низких их море. И очень красиво смотрятся. Пеларгония. Вот. Ну, это зональные, не коллекционные сорта. Катарантусы. Вот расцветки катарантус. Ампельный катарантус. Полно. Так что можете приезжать. Здесь всего-всего-всего много. На выбор можно приобрести, что хотите. Да, теперь вот здесь вот декоративные деревья. Ликвидамбр. Он расцветка листьев, видите, какая? Вообще шикарная. Ну, пока зеленые, а осенью, видимо, ближе к осени, они вот такие. Вот дерево, видите, какое вот яркое. Раскрашивается. То есть можно приобрести здесь то, что вы хотите. Так, и здесь олеандры. Ну, я постоянно показываю вам олеандры. Есть вот с листьями зелеными просто, есть вариегатные листья и цветы. Ну, цветы, расцветки. Вот смотрите, розовые, белые, темно-бордовые. И есть, значит, цветы. Однорядная, есть махровые. Вот махровый олеандр. Сейчас покажу вам. Вот он. Видите, какой? А большая часть цветов такие вот однорядные, красивые. Но олеандр есть зимующие на улице. Ну, у нас в Краснодарском крае, по крайней мере. Но побережье моря, это само собой разумеется. У нас чуть похолоднее до Ростовской области. Надо укрывать. Но на улице эти кусты растут. Ну, а центральная часть России, там, конечно, это выращивают как комнатные растения.
Есть маленькие детки, есть большие взрослые растения. Ну вот, вот, да, теперь уже пойду на срезку. Ну и на срезке. Значит, основной ассортимент эустома, статица, ромашки, хризантема. Ну, вон подсолнушки тут рядышком, пожалуйста. Подсолнушки такие яркие, красивые. А, розы. Да, розы всегда. Ничего говорить, она круглый год роза. И я не знаю, это импортное или отечественное, но это вот промышленное производство. То есть, если вот эустома, да, частники выращивают, цветоводы, да, а то розы нет, там в основном промышленное. Значит, по ценам. Эустома от 400, маленькие, если вот совсем-совсем низенькие, да, вот она 400 до 800. Вот такие цены, вся свежая, вся красивая, вся яркая, такая прям. Я еще буду вот проходить, еще вам покажу эустому. Просто я не могу ее не показать. Очень-очень красивая. Статица. Статица, это опять же я говорю, это зарубежные семена, это не отечественные. Поэтому вот она такая более мохнатенькая, более такая объемная. Значит, 300 рублей. Вот это вот 300 рублей. Так, в общем, 250-300 рублей. В зависимости от качества. Ну и вот, как ее не показать? Посмотрите, какая красавица. Ну, сейчас пик. Пик выращивания, цветения эустомы. И уже ближе к осени, да, она будет ее все меньше и меньше, она по высоте будет короче такая. Но вот сейчас это первый урожай с эустомы. Снимают, это максимум. Значит, цветоводы закупают рассаду. Все деньги, которые они вложили на отопление, на рассаду, на подкормки, да, это с первого урожая идет выручка. А вот вторая выручка, там более слабенькая, это все, что остается нам, цветоводам. Не очень-то много, конечно, да? Но мы, по крайней мере, вас радуем. Радуем цветами, вон они какие красавцы. Смотрите, ну это уже все продано. Я вам говорила, да, оптовики приезжают рано, рано, до 6 часов утра. Они здесь, ну как продавцы платят за место. И пока оптовиков не запускают, ну, то есть розничной торговли там, а они успевают затариться и уезжают к 10 часам, уже уезжают. Поэтому, если вы планируете приехать за цветами издалека, приезжайте очень-очень рано, чтобы до 10 часов уже скупиться. Значит, хризантемы. Хризантем где-то в пределах 400 рублей букет. Почему? Потому что большие сложности сейчас вырастить. Во-первых, ее под черной пленкой выращивают. Представляете, какая температура под черной пленкой. То есть это цветок короткого светового дня. И естественно, если больше 14,5 часов длится световой день, она просто не зацветает. А если делаете вы короче световой день, вот тогда она закладывает цветочные почки и цветет. Но жарко там под этой черной пленкой, поэтому вырастить очень сложно. Вот пораньше мы выращивали, выгонку делали к 1 сентября. И то, ну, не всегда у нас получалось. Поэтому это нужен опыт для выращивания хризантемы под черной пленкой. Ну вот, посмотрите, прям целый рай. Рай цветов. Хочу сказать, что все это за один день продается. То есть приезжают к нам на рынок оптовики отовсюду, то есть из севера и с юга отовсюду. Поэтому все это продается. Сейчас я вам покрупнее сделаю. Вот они прям красавицы. Ну вот здесь вот покороче, которые уже, да,
Вот, они подешевле. А чем выше нога у цветка, тем дороже. И потом, чем толще и крупнее вот стебель, и там, значит, много-много цветоносов на одном стебле. Вот тут тоже уже зависит еще, знаете, от размера пакета. Я всегда на пакет смотрю. Есть 55-й пакет. Это вот максимальный, 55 сантиметров в диаметре. Вот такой вот, допустим, да? А есть чуть поменьше. Поменьше, значит, это говорит о том, что там на стебле меньше цветов. Гладиолусы 50 рублей штука и 35 рублей штука. Ну, все у нас зависит от погоды. У нас на солнце, гладиолусы любят солнце, как вы знаете, да? Но, наверное, выращивают под притеняющей сеткой, потому что на солнце у нас 52-53 градуса. Это какой цветок может выдержать? Поэтому вот, ну, 35 рублей, вот, наверное, может потоньше веточки. Ну, это дешево, 50 рублей штука, это очень-очень дешево. Да, и вот здесь гладиолусы еще, посмотрите, какие яркие, нарядные, красиво выращенные. И цена от 20 рублей, вот эти вот маленькие, по 20 рублей до 60. Вот самые дорогие, это 60 рублей. Георгины, посмотрите. Очень красивые, свежие. Стебли жирные. Вот видите, какой стебель. Я не знаю, как их правильно выращивают, да, но они в один цветок выращены. То есть один цветок, то есть 5 цветков здесь. 800 рублей 5 штук. И если, допустим, было бы на одном стебле несколько, да, цветов, то, мне кажется, оно бы хуже смотрелся, букет. А вот так он смотрится, смотрите, ровно, красиво, один в один прям. Да, маленькие, да, небольшие, но зато цветут они долго. И не обязательно прям нужен прям большой цветок. Вот еще, смотрите, есть вот, видно, не кондиция, это видно подешевле, да, немножко тонковатая вот эта ножка. Но здесь все очень красивые, очень, вот, 800 рублей. 160 рублей штука выходит. Ну вот смотрите, если посмотреть вот так вот ряд, одна эустома, вот даже вот проходить, ну, есть розы, конечно, вот сейчас подойду уже ближе. Вот эти розы, да, это выращенные уже цветоводами, ну их видно уже, видите, красивые. В смысле, я не хочу сказать, что они красивее, чем импортные, да? Но их сразу видно по ножке, да? А вообще свежие, красивые розы. Теперь, что хочу сказать по поводу альстромерии. А ее вообще нет. Альстромерия ушла на покой. Ее заменила эустома. Эустома закончится ближе к осени, начнет цвести альстромерия. Вот эта вот массовость цветов. Все, друзья, я закончила свой обзор. Спасибо вам огромное за внимание. И до следующей встречи. Я не знаю, когда я буду делать обзоры, потому что, ну, мне просто, собственно говоря, нечем торговать. А ехать за 100 километров сюда, чтобы видео снять, вроде тоже как-то... Ну, если буду там по случаю ехать, я обязательно, конечно, буду заезжать и снимать видео. Тем более, что я, наверное, не одна здесь снимаю видео, обзоры по этому рынку. Спасибо вам еще раз огромное за внимание и до следующей встречи, друзья!